блажен есть Боговую, от многодневного болезни, чаю изгнать, всякое согрешение, содеянное и дело, слово, мышление, я помоги человека грехов простить, я гонец человек, и же жив будет, и не согрешит, и выйдет на мне греха, правда твоя, правда во веки, и слово твое истина, я пищу воскресенье, и живот не покой, усопшего рвать его, приставами главы священная, и митрополита Гавриила, Христе Божий наш, и тебе славу посылаем, со любезначаем Твоим Отце, со собесвятым Твоим, и животвящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Yeah.
тебя работает? Ваше святейшество, добро пожаловать в нашу монастыре. Хотим сказать сразу большое спасибо, что вы благословили, чтобы сегодня быть в этом монастыре, в этом древнем монастыре, когда этот монастырь является самым древним монастырем Республики Молдова. Имеет больше 600 лет. И вот здесь, в этом монастыре, трудился и великий наш митрополит Гавриил Боронецкий Бодони. Он сам в 1818 году делал реставрацию в этой Успенском соборе. Он сам нашел средства, потому что в то время было очень трудно. И вот в 1820 году он закончил работу этой церкви, и он сам даже показывал место, где его похоронить. Но я бы хотел один момент напомнить. В 1792 году, 26 июня, вечером, митрополита Гавриила арестовали по приказу Александра Марузи, и 100 солдатов шли с ним в Константинополе. И вот там его заставили, прямо заставили, чтобы он отказался от русской церкви. 6 месяцев его держали в тюрьме. Конечно, были другие моменты, там, которые книга терпит все. Но вот через 6 месяцев ему Екатерина II посылает Панагию и белый клобок в знак благодарности о том, что он силой духом он не оставил и не предал церкви, которой он служил. И он сам говорил, что патриарх меня, Константинопольский, конечно, может пригнать, изгнать, но отнять от меня, что он мне не дал, он не может, потому что я архиерейский чин принял от русской церкви, и я с ним ему подчиняюсь. Ваше святейшество, для нас митрополит Гавриил – это большая личность, потому что он очень много любил этот монастырь. В 1812 году, до его смерти, в 1821 году он не назначил никого наместником или настоятелем этого монастыря. Он сам руководил этот монастырь. В знак благодарности, что благословили сегодня быть здесь и молиться вместе, и мы, чтобы молились вместе с вашим святейшеством, у его могилы, мы хотим просить вас, чтобы принять маленький подарок вам, в знак благодарности и на молитву мою память. Исполняйте, Господи. Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Владимир, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимый Отец Филарет, дорогие отцы, братья и сестры, я с особым трепетом посещаю это место. Во-первых, потому что, празднуя 200 лет Кишиневской епархии, ныне Кишиневской и Молдавской митрополии, мы никак не могли обойти могилу Преосвященного митрополита Гавриила. Человека, который, собственно говоря, и утвердил ту церковную структуру, епархию, которая существует 200 лет и которая ныне, преобразованная в митрополию, радует всех нас. И появлением новых епархий на молдавской земле, и появлением большого количества духовенства,
крещенных людей, храмов и монастырей. Трогательная история верности, о которой только что рассказал нам отец Филарет. Это пример для каждого. Это пример для подражания. Ведь не случайно архиерей дает присягу накануне, буквально за несколько мгновений до своей хиротонии, будущий архиерей, он клянется в верности. Он говорит о том, что будет верен до скончания дней своих, священноначалию и единству церкви. Вот почему так болезненно переживается раскол. Потому что раскол есть не просто предательство людей, а предательство Богу. Потому что ведь Богу человек дает обещание быть верным, а затем изменяет, объясняет различного рода жизненными и человеческими обстоятельствами, а чаще всего личной выгодой, стремлением хорошо устроиться, выйти из-под удара или выйти из-под обвинений, быть благополучным, но Бога такой иерарх предает. Поэтому так церковь и переживает раскол глубоко и...